По поводу провала на Таможенной площади. Сегодня ночью городские службы обнаружили этот провал. Тут же немедленно было выставлено ограждение. И сегодня утром там уже было комиссионное обследование в составе наших городских коммунальных служб и филии «Инфокс Водоканал». На сейчас, по состоянию именно на 12 часов, там работает бригада горканализации и определяют причину провала, определяют, действительно ли на сетях это канализации или на сетях водопровода. В любой ситуации к вечеру мы будем понимать, каким образом и кто будет восстанавливать этот провал. На сегодняшний момент все городские службы контролируют ситуации на магистральных улицах, на проезжей части, на тротуарах. Та стихия, которая затронула и наш замечательный прекрасный город, к сожалению, принесла достаточно много урона и достаточно много ущерба. Мы не будем обращать внимание на то состояние дорог в других городах. Мы хотим сказать, что в нашем городе все под контролем городских властей. Мы боремся со всеми проблемами, мы их мониторим, инвентаризируем, определяем сроки восстановления и контролируем процесс производства работ.